Хватит с меня твоих стартапов. Я не для этого так долго Москву покорял. Долги верни, а потом покоряй свою Москву сколько хочешь. Андрей Сергеевич, учитель литературы. Представляешь, из Москвы вернулся. Какой молодец. А я думала, такое только в кино бывает. Когда приступать? Так прямо сейчас. Отцы и дети. Скукота. В этом доме когда-то жил сам Пушкин, наше все. Хочу как можно быстрее продать ее в Москву. А доказательства у вас есть? Желательно от самого Пушкина. Найдем. Привет, пап. Свидание окончено. Спасибо вам, Валерий Никитич, что взяли на работу. Я всегда говорил, что ты аферист, Андрюш. Теперь, когда все поняли, кто есть кто, давайте начнем урок. Федор Михайлович Достоевский. Идиот приехал к униженным и оскорбленным. О чем эта история? Про то, что происходит, когда два поколения не хотят понимать друг друга. У вас с Андреем Сергеевичем что-то было? А, плюс О. Сердечко. Взаимное недопонимание, споры, безответная любовь. Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил. Дуэль. Андрюшик! Выходи! Я тебя вызываю на дуэль! Павлик, стоять! Начнем. Для того, чтобы это прочувствовать, нам надо прожить это вместе с Раскольниковым.